Добрый день, дорогие друзья, с вами Людмила. Сегодня мы решили поискать грибы. Приехали на эту речку. Речка эта называется Став. Я вам сейчас покажу сначала ее. Такая вот. Еще немножко. Речка. Все заросло камышами, но все равно вид бесподобный. Ты потерялась? Это я вам грибочек говорила. Его уже съели. Сейчас дедушка, наверняка еще найдет. У него синяя ножка, его так и называют синяя ножка. Хороший. И кучка попала в лес. Хороший. У нас дела. Грибочек такой. Еще один такой большой. Аккуратненько. Ой. Он уже, наверное, перезрел немножко, да? Да. А что, аккуратно подрезай. Хороший, да? Хороший. Стряхнуть, чтобы не попала грязь. Хороший грибочек. Так. У нас дела идут нормально вроде. Сейчас. Я сейчас покажу вам. Вот он. Был один. Значит, может быть, где-то еще рядом есть. Тебя немножко поснимаю. Ничего я не нашла, да? Кирочка тоже пока ничего не нашла. У нас Валера только везучий. Поедем еще в одно место. Сейчас будут звать, если найду. А я хожу просто. Снимаю. Кто-то ищет грибы. Я что-то увидела сейчас. Подождите секундочку. А вот это дерево я даже не знаю, как называется. Что это за дерево? Может, подскажете? Такие вот ягодки небольшие. Оно довольно-таки большое. Красивое дерево. Название не знаю. Травка красивая. Такое впечатление, что весна. Если бы не эти опавшие листья, да? Тоже много деревьев засохших. Очень много засохших деревьев. Ничего, даже если мы не насобираем грибов, просто прогулка на природе, тем более у Киры каникулы.
такой вот у нас сегодня вылазка у нас такая на природу. Я нашла какой-то грибочек вот такой вот. Он, конечно, не съедобный, но он для украшения такой вот. Это бы я его съел. Такой прикольный. Это мы на другую сторону переехали. Так, сейчас я вам как панораму сниму. Солнце в глаза светит. Ой, солнце какое яркое. А вон элеватор наш видно. Там наша нечетка. И в заключение я обещала вам в первом блоге показать варенье, которое у меня получилось с айвы. Вот такие вот баночки я закатала. Получилось две вот такие 650 грамм. И одну полулитровую я оставила кушать себе. Вот такое вот оно получилось. Смотрите, оно прям янтарное. Оно прозрачное, такое вкусное-вкусное варенье из айвы. И еще раз вам моих дубочки, хризантемки покажу. Они еще больше распустились. Вот этот букетик я только что на улице сорвала. Кстати, у нас очень сильно похолодало по сравнению со вчерашним днем. Ну, вчера тоже было холодно, сегодня вообще 1 градус. Да, вот. Теперь вам передаем огромный привет. Привет. Кирочка передает привет. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всего хорошего вам, друзья. До свидания. До свидания. Всем удачи. Всем хорошего. Всем хорошего настроения. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте колокольчик. Обязательно включайте колокольчик. У нас интересно. Мы ждем вас.